Слёт вот такой, хрен почистишь до конца его, там это шуга бесконечная. Здорово, дружище. Сегодня мы посетили потрясающее событие. На нашем предприятии, где мы работаем, проводился спортивный рыболовный, короче, мероприятий. Спортивно-рыболовное мероприятие, то есть соревнование по рыбалке на мормышечку. И мы с Саней поучаствовали в этом потрясающем событии и даже не проиграли. А я еще и Саню выиграл нахрен. Короче, смотри, если интересна вот эта вся движуха, вот мы сегодня поучаствовали. Спасибо за лайкушник, поехали. А не подскажешь момент один, народ спрашивает. Смотри, у нас три флажка. Да. Три лунки можно пометить. На которой сидишь, она помечена тоже? Или еще три? Когда передвигаемся, флажок с собой. То есть, если мы от лунки к лунке переходим, флажок берем с собой, флажок ставится. А две стоят, допустим? Две стоят, две кормлёвые стоят. То есть, переходим. Если мы рыбачим, вот у нас треугольник, и мы никуда не ходим, все три флажка стоят, все, рыбачим на них. Куда-то собрался, куда-то буриться, собрался, взял? Флажок взял. Сначала ставится флажок, потом бурится. Кто первый флажок поставил, тот прав, да. От него 5 метров другой отступает. Минимальное расстояние от рыбаков 5 метров. В период пандемии минимальное расстояние от рыбаков 5 метров. Рыболовный спорт, Сань. Ты вообще мне конкурент, я не должен тебе ничего рассказывать. Цель сегодняшнего выезда – это организация. А уж участие – это побочный эффект, мы должны были быть там в судействе. Ну, разрешили поучаствовать. Короче, был такой момент в жизни. Мы рыбачили за Волгой на... Ну, таких озерах, там, затонах, и там понтоны. И мы, короче, на понтонах, прям жопой садились на понтон, бурились и опускали прям под понтоны. И это антропогенные всякие, ну, укрытия для окуня, это прям самый самолет. Вот сейчас попробуем под понтоном забуриться. Чуть-чуть мотыльца, прям щепоточку. Потолить надо, чуть-чуть потолить, и будет тогда рыбу клевать. Есть первая рыбка. Ну это спортивный окунь, что там что-либо есть. 1 грамм весит. Ну, блин, соревнования придется брать. Ну, блин, от нуля ушел. Это 1 грамм. Все, кто с нулем, всех ниже по таблице будут. Да что ты, блин, поклевка была. Я свое дело знаю, Сань. А ты не нарушаешь там случайно зону-то 5-метровую? Это спорт, Сань, это спорт. Как говорится, окунь полный карман. Задача минимум выполнена. Саня поймал. Сколько ты? 2 сорожки, да? Да, 2 сорожки. Хорошо, что я тебе позвонил. Сорожечку взял.
Ну вот, нашли чуть-чуть, ну, по 3 штучки поймали. Все бы реализовать, я бы уже штук 20 поймал. Ну, уже, кстати, вот как-то на душе потеплее стало, да? Конечно, мы там не лидеры даже близко, но... Ну, это уже точно не нолит. Опа, эх ты, сход, блин. Ну, подсекаем потихоньку, вот такая мандула. Вот этот крупняк был, конечно. По ощущениям. Ух ты, блин. Сопротивление слишком мощное было. При подсечке руточку выронил. Короче, дружище, прикол в чем? Соревнования нам не выиграть. И поэтому мы будем соревноваться, кто круче, Саня или я. Ну, у меня цель Саню, короче, обловить. Без 15:02. То есть в 2 часа конец, финиш. Сейчас мы еще, ну, прям минут 7-5 и собираемся. Че, дружище, мы сдаваться, короче, пошли. Если трехзначный будет, Сань, вес, то это здорово. Трехзначный, то есть больше 100 грамм, это успех. Да. 817. 807. 128. Ухо. Кило 864. Фамилия? Башкатов. 157. Крепко держусь. Так, там прилипают они. 169. О, я Башкатова обловил. Сам главный, победа моя. У тебя сегодня из нас двоих последнее место, представляешь? Так, внимание, завершилось первенство предприятием по зимней мормышке. 15 место, вес 117 грамм. 14 место, вес 122 грамма. 13 место, девушка. Так, заработаем. 12 место, вес 157 грамм. Башкатов. 11 место, с весом 169 граммов. Поздравляем. Вес 602 грамма. 5 место. 4 место, вес 763 грамма. Спасибо. Подарочек. 3 место. Вес 807 грамм. Вес 965 грамм. 2 место. Так, и 1 место у нас. Ушел далеко от всех. Призер. Призер, да, у нас. 1 место. Вес кило 864 грамма. Молодец. Молодец. Поздравляем. Что такие серьезные, это кислые или серьезные, непонятно. Улыбаемся. Что, дружище, вот соревнования прошли. Прошли. 11-е у тебя, да, место? Да. У меня 11-е, у Сани 12-е. Ну, короче, я его вообще в сухую почти разбомбил. 12 грамм разницы. Настроение потрясающее. Потрясающее настроение. Соревнования, вот эти вот, если так, фестивального формата. От предприятия коммерческого, на коммерческой основе. С призами, все классно. Спонсорам спасибо. И за спасибо, опять же таки, за лайкушник. И увидимся в следующем видео.